Мелочные мстители против службы судебных приставов. У зауральцев появилась мода оплачивать штрафы монетками достоинством в 1, 10 и 50 копеек. Суммы долгов иногда доходят до нескольких десятков тысяч рублей. Судебные исполнители на любителей мелочиться не в обиде. Главное, что долг оплачен. Последний мешок мелочи приставы получили от одной из жительниц города. Женщина пришла оплатить штраф в размере 500 рублей за торговлю косметикой в неположенном месте. Видимо, решила насолить и таким хотя бы образом осуществить маленькую месть. Считала, что, видимо, штраф на нее наложен незаконно, что ничего страшного она не совершила. На моей памяти вот уже с начала года уже 4-й раз. То есть приносят не такими мелкими, вот эта жительница принесла самыми мелкими. Приносили 10-рублевыми монетами 30 тысяч рублей, приносили 2 тысячи рублей по рублю, по 2. То есть приходят два мешка, ставят, считайте.